не прямой массаж сердца. Раз, два. Вот так. Как провести реанимацию и что делать в случае стихийного бедствия? В Химках провели обучение для руководителей химкинских предприятий. Вопросы гражданской обороны и действия при чрезвычайных ситуациях. В чем особенно, смотрите, противогазы? Вот эти полосочки цветные. Говорят, от чего он защищает, да? Вот это как хлор. Занятия провели сотрудники МБУ «Химспас». В 2018-м тренировку прошли 400 человек. Столько же планируют обучить в этом году. По вопросам защиты от чрезвычайной ситуации все организации, без исключения, должностные лица всех организаций должны обучаться. Значит, должностные лица по вопросам гражданской обороны не все обучаются. Не все организации, только те, которые в военное время... Значит, продолжают работу. Подполковник запаса Александр Карионов много лет проработал в МЧС, поэтому как надеть противогаз или оказать первую помощь, знает не понаслышке. Сейчас работает в аэропорту Шереметьево, контролирует техническое обслуживание. Основы безопасности знает, но пришел узнать о нововведениях. Направление это все двигается в том же ключе, просто как бы углубляется, обновляется. Согласно федеральному законодательству, руководители муниципальных образований обязаны примерно раз в 5 лет пройти обучение в учебном пункте, затем провести занятия для своих сотрудников. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.